Это 11-й контейнер уже. А здесь не опасно? Нет. Спасибо большое. Привет. Ну здорово, ждем новоселье. Обязательно. Да? Обязательно. Большой привет всем зрителям, особенно подписчикам канала. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пойдемте, пойдемте. Да, это вам, Екатерина. На лавочку хотя бы. На лавочку. Екатерина, вернулись. Порядки наводят. Пойдемте, да, покажите, как у вас там дела. Контейнер. Хорошо, чуть-чуть. Да. Контейнер пустой. Это, а там полный, чтобы мусор заполнять, да? Да. Это 11-й контейнер уже. 11-й с вашего дома? 11. Ух ты, а как это? Еще почему не так все много? А он же полный. 11-й контейнер уже наполняет. А еще внизу, внизу надо все выложить. Там вообще не это. Еще ничего не делали. Да, там тоже много. Там много. Там две комнаты, там дальше еще одна кладовка, там тоже все завалено. А ну, вы пока убирали только отсюда, наконец-то, да? Наконец-то я воочию увидела. Смотрит, да, все эти самые. Мы вас первый раз видели, когда... Вы здесь были, наверное, в мае или в июне. И когда говорили, может, вам рассказывали уже. И вы показывали вот розы здесь, какие красивые. А где хозяйка? Говорит, живая или нет? А мы смотрим, я говорю, да нет, мы живые. Мы живые, ну вот они, мы в Пскове. Самые первые ролики я проходила по этой улице, снимала. И удивлялась, что такие цветы. Ну да, хозяева. А дома разрушены. А здесь не опасно? Нет. Мы ходили. Все, тут уже все почищено, все это. Все почищено, говорят. Ждем, ждем, ждем. А дальше что будет? А дальше вот будем ждать, что там нам бригаду. Деньги, бригаду или финансы, да, чтобы да, можно финансы, было делать. Да, да, и финансы. Так очень много тут было мусора. А кто ремонтировать будет? Бригады нанимать, да? Да, подрядчики, наверное. Что там? Кто там? Кто что предложит? А сами, точно? Мы сами не в этом состоянии. Что сами, что? Да. Я не знаю. Точно, что он подходит под восстановление? А вот мы не знаем. Мы что-то там... Вычищают, убирают. Да, а не знаем. Что стены вон они все пошли. Да. А потолки вон как правило. Прогнулись. Это же бетонные потолки. Угу, перекрытие было здесь, да. Ох, да, здесь восстанавливать труднее, чем построить снова. А большой, да, у вас дом? Да, большой, туда и туда, везде. Да, там кухня, можно там заходить. Два выхода. Два входа и два выхода. Это вы здесь... Жили, наверное, с детьми, да? Ой, шестером. Да. Шестером. Да. А что шестером? Тут и свекруха, свёкор. Ну, вообще семеро взяли. Да. Семеро, да, да, семь есть. Человек. А мне вот интересно всегда, почему вот эти трубы дымовые стоят, от да? печи стоят? Дома нет, трубы стоят. У нас тогда вот тут труба была газовая, ее нет, ее снесли выстрелом. Это тоже, расшибись. И смеются. Настроение самое главное в наше время, да? А, не унывать. Уже столько уже проплакали, столько уже слез нет. Да. Я желаю вам успеха, да, чтобы все у вас хорошо было, чтобы получилось. Спасибо. Или восстановить, или чтобы да. помогли вам. Помогли, чтобы сказали, что он пригоден, не пригоден, как, что, а на что надеется. Тачка моя, ваша у нас. Я не буду ехать. Ну, что, ее ремонтировать надо? Там колеса, да. Так вот. Ну, до свидания вам. До всего свидания. Хорошего. Спасибо, спасибо вам большое. Свидания. Спасибо всем спасибо. Вашей группе, ага. что вы за нас поддерживаете. Спасибо. Помогаете. Да. Здравствуйте, тетя Надь. Здравствуйте. Ну, в этот раз мы решили вас поддержать. Ну, спасибо большое. Мне за два месяца пенсию не платят.
Почему? Не знаю. Нету в списках. И этот ездила в пенсионный раз, и второй раз, и никак. Не знаю, на этот месяц. Уже и этот взяли, снизу, и все, и пенсии нету. Я говорю, это вообще какой-то. Так что я в этот месяц... Получалось нормально, да? Получалось все нормально, да. А вот это вот... Что ездила везде. В общем... Так что мне хорошо. С мужем тетя Надя. Их дом сгорел, они живут в доме. Родственник. Здравствуйте. Давайте мы... Говорим, хорошо, поддержали, как раз грудничий не платит 2 месяца. Ага. Уже на 3 сижу. А у нас лекарства, 8 000 лекарств ходит на месяц. Рассказывай. Да что рассказывай. Уже как все, здоровье. Уже все знаем. Да, да. Уже все знаем. Да. Потихоньку что, пью. Без лека вчера, позавчера не выпила. Сразу плохо, думаю, ну все. Сразу только на лекарствах. Ну что делать. Дядь Коль, у вас как дела? Да потихоньку. Потихоньку? Да. Ну хорошо. Хорошо. Так все ничего. Слава Богу. Спасибо, да, большое вам. Да. Пожалуйста. Так. Давно не было. Я думала, уже не приедете. А мы как-то приезжали, вас не было. Да, я мы как раз докричались. Дочке ездила, да, ездила. Морсик, да. Ну хорошо, вот попали мы как раз. Да, да, да. Поддержать а людей. А я говорю, что спасибо, да, потому что... Пожалуйста, пожалуйста. 2 месяца, а так вот мне... Ну что, я не знаю, на тот месяц, что будет, не будет. Ну, может, будет, решится вопрос. Там уже и туда она звонила, че там по компьютеру. Получала, раз и нету. Нету в списках, и все. Этот ничего, тетя Надя, решится. Да ничего, конечно, сделать. Господи, слава Богу. Ну, муж кормит, как говорится. Дядь Коля пенсия осталась. Да, 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 он получил. На одну. Так что спасибо. Ну хорошо, вам хорошо. Вам счастливо. Спасибо, да. И вам большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, проведи колютик. Да. До свидания вам. До свидания. Счастливого пути. Все. Спасибо. Да. Ирина, мы встретили однажды возле общежития. Она работает на скорой помощи. Да, может быть, вы уже кто-то запомнил. А это дом. Тютиры. Ирины, точнее. Дом Ирины мы заходить не будем. Так он выглядит. Мы на Мирном находимся. Спасибо. Да. Пожалуйста. Да, донесу, куда же я. Всего хорошего, Мария. Спасибо большое. Всего пожалуйста. Доброго. Да, счастливо. Спасибо. Здравствуйте. Вы нас не забываете, да? Привет. Здравствуйте. А мы к вам с наборчиками. Там продукты и средства личной гигиены. Я помню, у вас на день рождения. Помню. Да, мы приехали, а у него день рождения. Да. Так, а кто у вас главный? А вы? Кто главный? А там посмотрите. Ваня, походу. Он привет. Нам дом. Боже мой, боже мой. Спасибо. Как у вас дела? Хорошо, нам дом строят. Заходите. Дом заходите, вам строят? Да, о, проходи, как здорово. Проходите. Заходите, заходите. Все занесли, да? Да. Все, раз, два. Да, нам строят дом. На том же месте? Да. О, как хорошо. Ну, это, наверное, какая-то организация, да? Да. Ну, здорово. Да. Ждем новоселье? Обязательно. Сгорел дом. Да, сгорел дом. Я тебя встал. Будет новый, да? Да. Можно чуть-чуть остановиться? Уже поставили нам свет. Да, уже нам вот крышу подводят. Да, за неделю сказали крышу. Сказали, в конце сентября мы приедем. Ну, здорово, ждем новоселье. Обязательно. Да? Обязательно. У вас и школьники, наверное, есть уже, да? Ну, да, у нас 2 школьника старшие. А, это только Наташа. Старшие, да? Да. Да. Дима уже на следующий год пойдет. Да, на следующий год. Тебе Дима зовут? Да. Меня тоже Дима. Да. Очень приятно. Здрасте. Дядь Дима. Дядь Дима. Дядь Дима. Ну, пойдем мы. Всего хорошего вам. Спасибо вам большое. Пусть у вас... Спасибо. Ну, они ремонт все сделают, да? Все. О, какие молодцы. Спасибо да. вам большое. А, дети вот бывают. Вот наша Лиза. Да. Лизонька, ты что стесняешься, Лиз? Лиза, ну посмотри сюда. Ну, до свидания. Пока, ребятки. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Пока. Пожалуйста. Пока. 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 Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего хорошего вам. Да. Здоровья. Рады за вас. Жизни. Спасибо. Очень да. добрые люди, спасибо. Пусть Бог спасибо. Вам помогает во всем и всем.
Спасибо. Спасибо вам большое, да. Чистого сердца. До свидания. Всем людям, кто вам помогает, вы нам помогаете. Да, спасибо всем. Спасибо огромное всем. Хорошо. До свидания вам всем. До свидания, всего хорошего. Тетя Наташа. Дом мы ее показывали в одном из видео, сильно разбит с одной стороны. Мы наборчик им передаем. Всего хорошего вам. Спасибо большое. Всем, пожалуйста. Всем добрым людям. Спасибо за помощь. Да. Счастливо Всего вам. Всего доброго. Да, до свидания. Да. Тетя Света, мы на Мирном. Угу. Наборчик один для тети Светы, ее мамы, да? Да. А второй наборчик соседу. Как его зовут? Леня, Лариса. Дядь Леня и Лариса. У дяди Лени инсульт. Он не смог приехать, и тетя Света передаст. Да, 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 да. Спасибо всем. Пожалуйста. Добрым людям. Вам спасибо, что привозите. Ну, от всего сердца благодарим вас. Вам всего хорошего. Спасибо. Да, счастливо. До свидания. Вы что, по мою душу? Тетя Свет, по вашу душу. Ой, батюшки. А ты что сидишь в тенечке прям? А здесь интернет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, тетя Свет. Ну, хоть... Приветик, 100 лет тебя не видела. Худенькая, миниатюрненькая. Ну, один оборвам, один сыну, у кого дети. Сын хорошо, тоже покорелец. Здравствуйте все. А дайте, да. Заходите. Здравствуйте. Сережа, посмотри, кто приехал. Вот. Что? Посмотри, кто приехал. Здравствуйте. О, здравствуйте. Давно не виделись. Да. Проходите. Проходите. Да давай. Что вы, мы же быстренько, как всегда. Вот, как всегда. Спасибо большое вам. Да. Пожалуйста, вам всего хорошего. Да. Ну, до свидания вам. Да, спасибо. Счастливо. Вам спасибо, да. Спасибо, пожалуйста. Тебе большое. Да. Спасибо большое. Даже не ожидали. Пожалуйста. Ну, вы погорельцы, правильно, да? Да, мы погорельцы. Их поселили сюда, мы в новом общежитии, где мы раньше уже раздавали, а теперь только погорельцам и 55+. Здесь их совсем мало. Это новые люди. Как вас зовут? Евгений. Евгений. А вас? Галина. Галина? Да. А по отчеству? Витальевна. Галина Витальевна и Евгений. Евгений Петрович. Евгений Петрович, хорошо. Здоровья вам. Да. Здесь наборчики и мужской, и женский. Один вам, один вам. Спасибо да. большое. Всего хорошего вам. Вам всего. Пожалуйста. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. До свидания. Виктория. Да. Может быть, кто-то уже помнит. Две дочки у нее. Это погорельцы. Мы два наборчика передаем. Всего хорошего спасибо вам. Большое. Пожалуйста, счастливо. Спасибо. Да. До свидания. Да, передайте по 35-ю комнату. 35-ю? Ну, Алевтина. А, Алевтине, да. Она уехала и руку сломала. Да, поломала руку. Так что, да, звонила. Ей наборчик передайте, пожалуйста. Да. И один наборчик вам. Кого? Вам. Вы что, ребята, шутите? Успокойтесь, не надо. 55+. Спасибо большое, пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, счастливо. Алла Анатольевна, передайте, пожалуйста, наборчик один бабушке, которая придет. Да, это обязательно, конечно. Да, и спасибо. Один наборчик вам тогда. Спасибо. Пожалуйста, да, всего хорошего. Удачи вам. Спасибо, до свидания. Спасибо. И не попадайте под обстрелы. Спасибо всем, кто принимает участие в этом добром, замечательном деле. И я очень желаю, чтобы у вас было все хорошо. Благодарю также тех, кто поддерживает меня лично. Я вам очень признательна. Спасибо вам большое. И всем пока-пока.